Вітання всім, хто по той бік екрану. Отож, сьогодні говоримо про об'єднуючу зустріч у Луцьку місцевого самоврядування, про ймовірну політичну кризу в Україні, ну і, звичайно, про те, що нас чекає найближчим часом, опалювальний сезон і те, що було цього тижня, власне, проголосовано в Верховній Раді, це закон про олігархів, про це сьогодні поговоримо зі мною поруч. Народний депутат України Антон Поляков. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. Власне, відбулася у Луцьку об'єднуюча зустріч представників місцевого самоврядування. Було дуже багато спікерів заслухано. Власне, що почули? І, можливо, представники громади про якісь проблеми розказували, і ви от як народний депутат у Верховній Раді можете це донести чи то до депутатів, чи то до Кабміну, і, власне, їх вирішити. Ну, перший момент – проблемы, которые есть в громадах, они, в принципе, сопоставимы в разных областях. И это далеко не новости, далеко не какие-то открытия, поэтому все эти проблемы присутствуют и в моей родной Черниговской области. Но сейчас мы услышали более локальные моменты, которые мы можем взять себе на карандаш и уже соответствующе принимать решения в зале парламента для того, чтобы действительно представлять интересы наших избирателей. Ну и самое главное, что это диалог. Диалог с законодателями и диалог с теми, кто представляет даже самые маленькие уголки нашей Украины, села, да, или какие-то мелкие города, где действительно люди сам на сам остаются со своими проблемами. И очень позитивно, что есть такие форумы. Естественно, я бы добавил еще, скажем так, присутствие исполнительной власти, более глубокая, скажем так, глав облгосадминистрации, райгосадминистрации, как минимум. К сожалению, исполнительная власть, она у нас идет в данный момент вразрез с теми, кто представляет людей. Исходя из этого, мы их здесь не видели. Но идеальный вариант, когда собирается и представительская власть, то есть это депутаты, да, разных уровней, и законодательная, это депутаты парламента, и исполнительная. И тогда уже находится какой-то диалог. Но как вообще стартовая, это класна ініціатива, я такі ініціативи тільки підтримую. Пане Антоне, почався дуже активний політичний сезон, цього тижня дуже багато подій, власне, відбулося. Те, що стосується підтримки малого і середнього бізнесу, я знаю, що вам ця тема дуже болить, і, власне, піднімався вже в цьому політичному сезоні ця тема у Верховній Раді. Чому законопроекти тих два, які пропонуються в Верховній Раді, по ці пори не прийняті? Що цьому, ну, власне, заважає? Шановні колеги, те, що зараз відбувається, це просто знущання з українців. Це знущання з малого бізнесу і знущання з 2 мільйонів підприємців, які за вас голосували 2 роки тому. Це ті люди, які безкоштовно партію «Слуга народу» та президента підтримували на виборах позачергових та на виборах президентських. І зараз замість того, щоб зібратися за 2 роки, 2 роки вимагали зібратися та розглянути ці законопроекти. Ви просто не приходите на засідання. Я дякую тим депутатам, які ще мають совість та прийшли сьогодні на це засідання. Адже дійсно ці люди чекали. Вони чекали діалогу з владою. Вони не розуміли, чому на перший же тиждень пленарний після того, як обрали вас, ви просто обманули їх і вашу цю програму, передвиборча програма партії «Слуга народу», просто зробили все навпаки. У вас тут записано, якщо хтось не пам'ятає, на законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб'єктів малого підприємництва, фізичних осіб. Я розумію, що такі люди, як пан Данило, який потрапив до Ради і став головою фінкомітету, навіть, мабуть, не читав цю програму. Але ж ми маємо виконувати те, що обіцяли. І коли ви приймали законопроекти 1053, 1073, так звані закони 128-129, підприємці з цієї України збиралися, і вони хотіли діалогу. Я не кажу про якийсь певний рух підприємців, які сьогодні, наприклад, під Радою стоять. Цих рухів дуже багато.
Є всеукраїнські, є регіональні. Наприклад, на моїй рідній Чернігівщині є профсоюз підприємців Нікішина Сальви, який налічує тисячі підприємців. Є бізнес-центр Березинець Ірини, який теж налічує тисячі підприємців, які працюють, які не потребують нічого від держави, які копійки не беруть з вас, які утворюють робочі місця. Їм нічого не потрібно, вони не залишають цю країну, а ви просто плюєте на них. Чим це скінчилося? Тим, що поважний Давид Арахамі, якого навіть у залі нема, він виходив к ним, обіцяв, що діалог буде, що законопроекти будуть розглянуті. Після цього були подані 2644 та 2645. Ці законопроекти, вони повністю зеркальні від 128-го, 129-го закону. Вони повністю відмінюють норми тих законів, тих антифопівських законів. Для того, щоб ви потім налагоджили діалог з підприємцями, які б мали нагоду нормально працювати. Тому що ці бізнес-асоціації, висновки яких ви тут показували і доказували, що ми для них це робимо, насправді це не живі організації. І ваш же заступник міністра економіки мені у прямому телеефірі на каналі сказав, що я таких висновків підписую кіпами. Шановні колеги, я не хочу забирати вашу увагу, і час дорогоцінний. Ми знаємо, що в цих законопроєктах прописано стільки шкідливих для бізнесу норм, які дійсно призведуть до того, що бізнес навпаки буде виїжджати, закриватися, і малі підприємці будуть просто їхати за кордон. Ну, звісно, що багатьом з присутніх і з тих, хто не прийшов на це засідання, на це начхати, але я прошу підтримати хоча б тих, у кого є совість, ті законопроекти. Всі підприємці країни, які дійсно працюють, це невеликий бізнес. Вони не переводять свої кошти в офшори. Вони не виводять капітал. Вони працюють тут, в Україні, создають додаткову економіку кожному своєму містечку. І якщо ви не створюєте нормальні умови роботи, то хоча б не змінюєте їх на більш погані. По факту мешает только политическая воля наших властимущих, руководящей партии, монобольшинства. Больше ничего абсолютно не мешает. Потому что подписи на внеочередные заседания в ходе сбора дают все депутаты, несмотря на их какие-то, скажем так, расхождения в идейности, в политике. То есть лагеря, которые совершенно полюсные. Ну, к примеру, там Євросолідарність, або ОПЗЖ, або БЮТ, ми за майбутнє. Тобто всі ставлять свої підписи для того, щоб розглянути ці законопроекти і прийняти їх. Но без монобольшинства, без слуг народу, ми не в состоянии їх прийняти, тому що необхідно більше половини голосів парламенту. Чому не приймаються, якщо простим язиком для людей, щоб було зрозуміло, за всеми крупными сетями, будь то продовольственные, будь то торговые, будь то какие-то там строительные, всевозможные сети, да, за всеми ними стоят, за всем этим крупным бизнесом стоят, как правило, олигархи, либо же крупные финансово-промышленные группы. За всем мелким бизнесом стоят обычные украинцы, которые сами себе создают рабочие места, которые работают без отпусков, без больничных, просто для того, чтобы вытянуть себя, свою семью, своих рабочих. И эти люди создают конкуренцию, конкуренцию крупному бизнесу. То есть вы сами каждый день делаете выбор, либо вам пойти купить там продукт в маленьком магазинчике у ФОПа, либо же поехать в крупный там какой-то супер-пупер универмаг, да, грубо говоря. И вот эта конкуренция, она всегда была и есть, и это правильно, и это нормально. И в наших, скажем так, партнерских европейских странах или на Западе, в Америке поддерживается малый бизнес, потому что из малого бизнеса всегда произрастает средний и затем крупный, потому что идет цикличность. Крупные компании вымирают, маленькие, наоборот, вырастают. У нас же все совершенно наоборот. У нас для того, чтобы еще больше монополии укрупнились, еще больше, чтобы собирал, пылесосил финансов с любого рынка, опять же, я же говорю, хоть то продовольствие, хоть строительный, все равно какая сфера, хоть медицина. Для этого крупный бизнес просто
уничтожает мелкий. И самый простой способ – это влиять на ход голосования в парламенте. То есть для того, чтобы там не было защиты малого бизнеса. И вот исходя из этого, мы можем сделать выводы, на кого работают слуги народа. На олигархов, когда они фактически уничтожают малый бизнес и не принимают те законопроекты, которые мы писали вместе с малым бизнесом. Или действительно на малый бизнес, на 2 миллиона предпринимателей украинцев, которые создают рабочие места и которые давали голоса свои бесплатно, просто шли и помогали на выборах парламентских и президентских. Пане Антоне, ці два законопроекти, 2644, 2645, правильно, так. По номерах. Що вони передбачають? Так, фактично одна хвилинка по пунктах, те, що зараз важливо для малого і середнього бізнесу. Смотрите, були введені сразу же на буквально перша неділя каденции парламента 9-го созыва, на первой неделе созыва буквально же сразу решили надавить на малый бизнес кэшбэк позорный, то есть это стукачество, и это позволяет снова коррупционным каким-то действиям возобновиться от экономического надзора, от правоохранительных органов. Вот. Затем штрафные санкции, РРО за счет предпринимателей, в том числе электронные. Ну, мы же сами понимаем, что у нас большая часть страны не покрыта мобильной связью, не то что интернетом, я уже молчу за интернет, а приграничные области телевидения не видят украинского. Они, допустим, моя Черниговская, Сумская область, приграничные районы смотрят белорусские, российские каналы, не ловят наше телевидение. Так о каком мы можем электронном РРО, электронных чеках, о чем мы можем говорить. И множество других факторов, которые на самом деле скручивают бизнес, закручивают еще больше гайки, мелкий бизнес, я имею в виду, и заставляют просто людей закрываться и или работать, опять же, на крупный бизнес, либо же просто уезжать за границу в поисках работы для того, чтобы прокормить себя и свою семью. И когда эти законы позорные 1053, 1073 были приняты монобольшинством, тогда мы вместе со всеми движениями предпринимателей Украины, со всеми, я не говорю про конкретно какой-то, наработали вот эти законопроекты 2644, 2645, которые я подал, они полностью зеркальные, они просто отменяют все эти нормы, для того, чтобы потом был диалог между властью, предпринимателями, и принимались законопроекты, которые они хотят, чтобы эти законопроекты помогали работать и развиваться, платить налоги, создавать рабочие места. Но, к сожалению, за 2 года этого парламента из-за монобольшинства, из-за їх моновласті, поки цього діалогу нету. Пане Антоне, закон про олігархів скандальний, так і приймали скандалом, і власне зараз про цей закон говорять. Власне, чи ваша позиція щодо цього закону? Чи стане закон про олігархів вироком для олігархів? Смотрите, моя позиція в даному законі абсолютно нейтральна. Почему? Объясняю. Вы в любом случае проиграете, если будете садиться за один стол и играть с шулерами. Данный законопроект, он не направлен на решение проблем с олигархами. Потому что олигархи — это последствия. Последствия неработы правоохранительных органов, последствия неработы антимонопольного законодательства и антимонопольного комитета, последствия сливания власти и крупного бизнеса. И вот именно законодательство и наши правоохранительные органы, наша судебная система должны обеспечивать такую системную работу, которая не позволяла бы олигархам стоять на вершине всего этого, на вершине пирамиды Украины. И именно поэтому этот законопроект абсолютно ничтожен. То есть поддерживать его или не поддерживать, это уже заведомо, в принципе, скажем так, неправильное решение, потому что если вы его поддерживаете, то получается, вы вроде бы как против Конституции, против прав людей. А если вы его не поддерживаете, то вы, получается, на стороне олигархов. Я попытался внести, как и многие мои коллеги с депутатской группы, нормальные правки, которые обеспечивали бы функционирование этого закона и которые приводили его в порядок, в том числе внесение в процедуру там, признания олигархов, там, суда, и избежать каких-то конфликтов интересов в Совете национальной безопасности и обороны. Все эти правки были полностью не приняты в комитете.
То есть, опять же, в каждом комитете, для понимания телезрителей, есть также монобольшинство слуг народа. То есть до выхода в пленарный зал на голосование законопроект обрабатывает тоже монобольшинство. То есть на комитетах уже невозможно, в принципе, что-то внести серьезное в правку в законопроект. Исходя из этого, мы понимаем, что смысла бороться за этот законопроект нет. Я считаю, что мы просто вот мы его поддержали, мы проголосовали, мы показали, что мы не за олигархов, что мы готовы бороться даже таким образом, с таким, скажем так, явлением, да, постсоветским. Но я думаю, что через 2-3 месяца в очередной раз люди убедятся, что им снова просто скормили красивую картинку, вместо того, чтобы действительно бороться за экономическую конкуренцию и за права и свободы украинцев. То есть, как пример, параллельно с тем, с принятием закона о проекте о олигархах, параллельно уничтожается антимонопольный комитет, который как раз должен бороться с вот этими монополиями олигархов, там, газовыми, энергетическими, там, тяжелой промышленностью, химической промышленностью, ТЭЦ и так далее и тому подобное. То есть именно антимонопольный комитет должен стоять на страже и должен останавливать вот эти все крупные финансово-промышленные группы. Но, к сожалению, действительно один из самых эффективных ранее органов государственных сейчас, вот прямо сейчас, параллельно уничтожают. Людей сокращают, а отделения территориальные закрывают. Если еще 2 года назад за 300 миллионов гривен антимонопольный комитет в бюджет приносил 4,4 миллиарда гривен, для сравнения, на Буни может 20-30 миллионов гривен принести, а тратится на него 1 миллиард гривен Национального антикоррупционного бюро Украины, то сейчас на них планируют выделять еще меньше денег, штат в 2 раза сокращают. Естественно, это скажется на результате. То есть экономическая конкуренция не будет защищена. Да какая тогда это борьба с олигархами? Ще, пане Антоне, дуже лаконічно завершується наш час, але все-таки болюча тема для населення. Нас вже невдовзі очікує опалювальний сезон. І от запитання до уряду нещодавно були, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив про те, що Україна готова до опалювального сезону, і підстав підвищувати ціни на тепло фактично нема, тому що цей обов'язок передали на органи місцевого самоврядування регулювати тарифи на тепло. Але в той же час ми бачимо, що представники теплокомуненерго українські заявляють про те, що в них дуже великі проблеми, і в них найбільша криза за останні 10 років, і вони, якщо влада не прийме якихось розумних рішень, вони повинні будуть, чи муситимуть, напевно, вийти на мітинги, на протести. Пане Антоне, як охарактеризуєте ту ситуацію, яка нині склалася в Україні, те, що стосується тарифів і теплокомуненерго, і чи є якесь рішення, аби, зрештою, подолати цю проблему, тому що вона існує? Ну, во-первых, это старая игра в железнодорожников, стрелочников, когда Кабмин переводит на местную власть, местная власть переводит на Киев, либо же еще в этом любит в этой игре, в этом кружке участвовать и парламент, и президент, и все по очереди друг на друга переводят стрелки. Но фактически у нас есть нацкомиссия, которая осуществляет контроль за как раз тарифами и за всем остальным, и она подчинена президенту. Фактически Кабмин у нас тоже подчинен фактически президенту. У нас сейчас вся власть сосредоточена в его руках. И, в принципе, навести порядок в этом очень просто и легко, тому же самому Кабмину. Потому что все постановления, которые он принимает, можно было учитывать и, скажем так, пожелания и возможности местных общин, не руководителей городов или областей, или районов, да, или громад, а именно людей, которые там проживают и которые являются конечными потребителями этих всех услуг. Кабмин все равно регулирует и распределяет, плюс назначает всех руководителей наших госмонополистов, которые отвечают за распределение газа, того же нефтегаза, да, Украины, все, и так далее и тому подобное. То есть говорить о том, что мы ни при чем, это вы, ребята, вы сами теперь разбирайтесь, это неправда. Да, фактически у нас сейчас часть полномочий передана, но Кабмин
и должен, и обязан все равно все это контролировать и все это регулировать, потому что, во-первых, они выделяют субсидии, они расписывают процедуры субсидий, и они должны хотя бы понимать, хватает это людям, не хватает, а справится ли местная власть, не справится, как эта центральная власть будет отодвигаться от местной. То есть это фактически невозможно, и это приведет к краху. Плюс я хотел бы заметить, что много из представителей местной власти используют, скажем так, все эти механизмы для собственного обогащения, региональные, можно так сказать, олигархи. И Кабмин уже, так как в его состав входит тоже Министерство внутренних дел, так как премьер-министр входит в тот же Совет нацбезопасности и обороны, и антикоррупционный совет при президенте, в который входят все остальные руководители правоохранительных органов, это регулировать, потому что фактически у нас сейчас в каждой сфере есть прокладки а-ля Роттердам Плюс. То есть ТЭЦ фактически принадлежит, к примеру, общине или городу, да, в коммунальной собственности, сдается какой-то фирме, которая фактически ничего не делает, не модернизирует, не вкладывает. Просто это финансовая прокладка. То есть вы платите в два раза больше, эти деньги распределяются, часть идет городу, часть кому-то в карман. Если бы эти все прокладки просто-напросто исключили, то уже бы наши граждане платили в два, а то и в три раза меньше, чем сейчас они получают платежки за тепло и за горячую воду. Пане Антон, одна хвилинка на завершення. Які зараз питання або проблеми, вирішення яких партія «За майбутнє» у Верховній Раді ставить в пріоритет? Фактично перерахувати. От зараз на цьому етапі будемо говорити. Смотрите, я полностью за все направления, у нас в группе разные у каждого направления, согласно и комитетам, и согласно, в принципе, опыта жизненного. То, что я действительно, вы заметили, не чужд к проблем предпринимателя, потому что сам с десяток лет как физическое лицо предприниматель проработал с полного нуля и понимаю их проблемы. То есть, во-первых, мы все равно дальше продолжим добиваться того, чтобы принимались законопроекты, необходимые им. Второй аспект, который я точно могу сказать, мы не оставляем в покое, это тарифы, потому что невозможно, когда этот Кабмин хороший, замечательный, да, новой власти, берет просто, отменяет своим постановлением, это не закон, то есть не надо собирать парламент, это просто постановление Кабмина, отменяет своим постановлением прошлого Кабмина, злочинного, да, как называли, постановление про льготные тарифы, и все на этом заканчивается. То есть фактически они сами это к тому, могут ли они сами навести порядок? Да, могут. И для этого ни Рада, ни президент, никто не нужен. И не нужны жалобы местной власти. Вот. Эти вопросы мы не оставляем. Мы все равно добиваемся того, чтобы тарифы были нормальные и приемлемы. И третий главный момент. Сейчас мы инициируем уже собранные подписи. Очень тяжело собраны. Блокировали нам сбор подписей «Слуги народа» для внеочередного заседания, на которое будут рассматриваться законопроекты о поднятии пенсий, о приведении их до нормального уровня и других льготов нашим пенсионерам, которых больше 10 миллионов, и которые на самом деле сейчас на грани выживания. Эти законопроекты уже год-полтора просто лежат в комитете соцполитики у знаменитой Третьяковой, все украинцы знают это, не буду говорить, как, кого ее знают. Вот. И их просто специально не выносят в парламент. Мы добились того, чтобы на внеочередном заседании эти законопроекты рассматривались, чтобы мы их смогли, даст Бог, проголосовать и изменить ситуацию с пенсионным обеспечением наших граждан. Антон Едуардович, дякую вам за коментарі. Нагадаю, що ми спілкувалися з народним депутатом Антоном Поляковим. Зрештою, говорили про об'єднавчу зустріч у Луцьку, говорили про децентралізацію, опалювальний сезон, закон про олігархів та інші важливі теми. Дякую, що були з нами.